Ващинские полицейские задержали молодого человека, который ограбил 94-летнюю старушку, ветерана Великой Отечественной войны. На этих кадрах, снятых вскоре после ограбления, бабушка до сих пор находится под сильным впечатлением от произошедшего. Средь бела дня она возвращалась домой с рынка, когда внезапно ее стал преследовать молодой парень. Заметила незнакомца женщина гораздо позже, когда уже вошла в подъезд. Злоумышленник подкрался к пенсионерке, выхватил из рук сумку и выкрал кошелек. И он еще не наш, хотя пошарился в сумке, ну что-то или где-то услышал и побежал. Я кричу: отдай мне кошелек, забери все, что там есть. На поиски преступника вышли самые опытные оперативники. Благодаря видео с камер наблюдения и оперативной информации полицейским в кратчайшие сроки удалось вычислить грабителя. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Уже в ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что нажиться на немощности старушки парню не удалось. Когда он заглянул в кошелек, его ожидало разочарование – всего 50 рублей. В отношении налетчика возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.